Понедельник запомнился жителям Верхневолжья первым снегом. Зимние осадки увидели жители Вышнего Волочка и выложили видео в социальных сетях. Но все-таки погода не позволила снежинкам даже упасть на землю, они таяли в воздухе. Однако самые сильные осадки пришлись на северные и восточные районы. Там прошел небольшой снегопад. Первый снег увидели жители Максатихи и Бежецкого района. Правда, и здесь быстро он растаял. Но в МЧС предупреждают, на Тверскую область надвигается полноценный снегопад. Гидрометцентр России в этой связи объявил в регионе желтый уровень погодной опасности. Это мои розы. 2019 год, 7 октября.